Здравствуйте! Вы на канале Иринка как картинка, и я очень рада встрече с вами. Вот так вот скоренько и незаметненько промчался целый год. Ну и как я и предполагала, что работу с ватной игрушкой в следующем году я обязательно продолжу, потому что мне настолько понравилось это делать, вы не представляете себе. Вы знаете, процесс такой завораживающий, такой волшебный, такой интересный. Ты вроде бы начинаешь что-то одно, а получается совсем другое. Но ничуть не хуже, чем ты задумывал. Вот эти 4 мордочки, которые у меня остались с прошлого раза. И сейчас мы будем делать для них тела. И я надеюсь, они получатся не хуже, чем те предыдущие. Приступим. Делаем каркас. У меня в данном случае вот такая проволока. 110 рублей она стоила в магазине. Что тут у нас? Такие вот остались мордашки с прошлого раза. Сейчас я вам покажу, как делается каркас. Вот я уже несколько сделала. Все легко и просто. Произвольно. В этот раз я взяла просто одну большую проволоку и буду делать примерные. Размеры. И буду делать примерные размеры. Здесь немножко толще у нас будет. Так. Ну и делаем ноги. Загибаем. В общем-то, легко и просто. Затем, после того, как готов каркас, мы будем придавать форму. То есть нужно изначально знать, как будет выглядеть куколка в конечном результате. Вот, допустим, вот здесь, видите, какая кривая форма такая. Вот такой вот он сейчас смешной, не знаю. Я еще сама не знаю, каким он у меня получится, но вот такую задала я ему форму. Видите? Пока не буду говорить, кто это и что это, посмотрю, получится ли он у меня или нет. Вот такие каркасы у меня получились. Я планирую вот для этой девочки вот этот каркас. И для двух вот этих мордашек этот. Вот этот
заготовка лица будет здесь. Ну что ж, каркасы у нас готовы. Приступаем к обмотке их фольгой. Берем фольгу, рвем ее на полоски. Можно немножко предварительно снять. Вот оторвалась, но мы как раз ее пустим на голову. И начинаем работать. Процесс увлекательный, медленный, успокаивающий, я бы даже сказала. Думать не надо. Работают только руки тактильно. И мне нравится. Я какое-то даже успокоение от этого процесса испытываю. Готов мой космонавтик. Вот такой вот он миленький получился. Ну и сейчас я вам покажу все свои заготовки. Вот такие они получились. Приступаем дальше. Начинаем работу с ватой. Ну что, вот такой получился первый у меня товарищ. Сейчас он отправляется на просушку. Он весь мокрый, прямо дышит, как холодец. Но мы его сейчас отправим поближе к батарее, пусть сохнет. Ну а затем уже будем ему дарить одежду. Приделаем лицо и оденем в одежды. Так вот это как-то будет примерно смотреться. Ну, а сейчас пусть сушится. Ну, вот и готовы. Высохли мои мумиюшки. Вот такие они смешные получились. Я думаю, вы уже догадались, что этот мальчишка будет хоккеистом. У этого будет другая задача. Он будет тянуть салазки. Эта девочка, восточный тип лица, мне вот почему-то захотелось дать ей в руки кувшин. Или, может быть, это будет просто крынка. Я еще не знаю, приделаю я к этому кувшину носик и ручку. Все будет зависеть от ее одежды, какой она получится. Конечно, в руссконародном стиле лучше сделать крынку и... Ну уж больно у нее лицо такое восточное, мне кажется. Не знаю, посмотрю по ходу дела. Ну а этого малыша я уже одела. Мне нужно теперь только поработать с глазками, потому что они немного растеклись. Попал клей, и они... Поэтому надо немножко там подкрасить. Ну а так он уже тепленько одет, и я думаю, к зиме готов. Если вы хотите посмотреть, как я работала с ватой, как я делала вот эти ватные мумии, переходите по ссылочке в правом верхнем углу. У этой девчушки мы делаем эффект движения какого-то, да? То есть дунул ветер с этой стороны, естественно, юбка, уголок косынки и сзади вот платок, видите? Все как бы задуло в одну сторону, то есть все идет движение в эту сторону, когда мы делаем. Вот.
юбочку внутрь я закладываю вату, чтобы туда не заходила пыль. Этой девчушке я сделала несколько юбок, как обычно и носили в старину, подъюбник, юбка, чтобы было потеплей. Ну вот такая она у меня получилась, и думаю, что я ей все-таки дам в руки кувшин. Вот такая она у меня будет. Уж больно восточный тип лица, и мне хочется ее как-то связать с Востоком. Хотела сделать ей кувшин, но, наверное, оставлю крынку все-таки. Вот такая девочка сейчас отправится на просушку. А может быть, сделаю еще и ручку, посмотрю. Для коньков я решила все-таки сделать каркас из проволоки. Сейчас эти проволоки обмотаю ватой и дам просохнуть. Затем воткну их в ботинки хоккеиста. Вот такие вот коньки у меня получились. Сейчас пусть они лежат и сохнут. А пока коньки сохнут, я займусь санками. Продолжу с ними работу. Вот такие они у меня получились. Я приклеила верхние вот эти палочки. Это сани я делала из палочек для мороженого. Они очень хорошо режутся ножницами, расщепляются на мелкие щепки. И ты можешь сделать любую ширину палочки, длину. В общем, все нормально. Единственное, что мне хочется вот здесь еще добавить высоты. И вот как бы вот так приклеить еще одну палку. Сейчас я попробую это сделать и вам покажу. Ну, вот такие салазки у меня получились. Ну что ж, друзья мои, вот так вот тихим сапом мы подобрались с вами к не менее интересному процессу, к процессу раскрашивания наших игрушек. В общем, так начинается у нас модный приговор. Мы должны преобразить костюмы для наших героев, героев этой новой сказки, и подарить им ничуть не хуже одежду, чем у предыдущей партии. Поэтому не забываем, что костюмы тех времен не были сильно вычурными, что они не были такими сильно яркими. Но и не оставляем их, конечно же, сильно в тусклых тонах. Мы придаем им и яркость какими-то штрихами в виде юбок, косынок, которые были в те времена набивные, такие ситцевые. Ну, а верхнюю одежду, конечно, стараемся делать не такой яркой, а более-менее такой приглушенных оттенков. Работать я буду с красками гуашевыми, затем покрою их лаком матовым. Ну и работу свою я начала с хоккеиста. Вот я ему уже раскрасила рубаху от костюма, от формы, правильнее сказать. Хочу, чтобы хоккеист у меня был времен Советского Союза. Хочу написать на груди у него буквы СССР. И посмотрела в интернете примерно, как выглядит форма того времени. И постараюсь раскрасить ее в том же формате. Ну что, посмотрим, что у меня получится. Начинаем.
Вот на этой куколке я, значит, покрыла ее оранжевой краской, но так как она была очень яркая, приглушила я все вот таким коричневым тоном. Поверх оранжевого просто вот так вот немного промакивающими движениями нанесла коричневый тон. В общем, мы стараемся делать не сильно яркие игрушки. Сейчас она подсохнет и станет еще бледнее, то, что нам и нужно. Вот я и покрасила все свои ватные игрушки. Теперь мы должны хоккеисту приделать клюшку. Восточной девочке прикрепить кувшин. Мальчишке дать санки. И также я нашла у себя вот такие вот, вот такую вот тесьму. Уж больно она мне что-то восточное напоминает, поэтому я хочу сделать отделку на шубе именно этой тесьмой. Связала из остатка пряжи вот такие косички крючком. Они такие, знаете, пушистые, объемные. И хочу мальчишке сделать пушистую оборочку, мех вокруг капюшона и на шубке. Ну что ж, приступим. Сейчас сделаю и вам покажу. Ну вот, клюшка и в руках уже хоккеиста. Я разрезала в 4 местах. Убрала лишнюю палку размером с его варежки. Вырезала эти сегменты и вложила в руки хоккеисту. Если бы мы не вырезали эти сегменты, клюшка получилась бы очень длинной. Поэтому учитывайте этот момент. Ну а пока у нас сохнут наши игрушки, мы сделаем искусственный снег. Я купила просто замечательный вариант этого снега. Сейчас я вам покажу. Я немного уже сделала. Смотрите. Во-первых, он похож на кинетический песок. Он совершенно не липнет к рукам. Посмотрите. На ощупь он влажный и прохладный. Ну, просто обалденно. И я хочу сказать, приятный такой, знаете, к рукам. И я хочу сказать то, что он очень похож на снежок. Поэтому сейчас я вам покажу, как он делается. Упаковка выглядит вот так. Покупалась она в Фикспрессе за 77 рублей. В прошлом году это было. На обороте подробная инструкция. Ну а сейчас я вам покажу на практике. Теорию вы можете прочитать, а на практике все выглядит вот так. Берем емкость какую-нибудь. Туда входит вот такая мерная ложка. Насыпаем. Одна мерная ложка – это 50 миллилитров воды. То есть насыпаем. Я возьму 2 мерных ложки. Высыпаем. Заливаем водой. На 2 мерных ложки 100 грамм. И смотрите, волшебство началось. Покажу поближе. Вот он как начинает у нас превращаться в снег. Видите? И стакан прохладный такой, знаете, как настоящий снежок. Если я еще побольше воды налью, интересно, что будет. Сейчас посмотрим. Пусть постоит. Да-да, увеличивается, увеличивается.
видите, полный стакан снега. Ну что, осталось только сделать подставки для наших игрушек. Посмотрите, как нарядный какой стал кафтанчик у этой восточной девочки. И какой пушистый, мягкий стал кафтан у этого мальчугана. Ну что, сейчас завершающий этап, и он самый-самый нарядный и самый-самый волшебный. Не забываем покрыть лаком, желательно матовым лаком, наши игрушки. Я буду покрывать акриловым. Друзья мои, вот и закончился этот волшебный и очень увлекательный процесс создания ватной игрушки. Надеюсь, что я мотивировала вас на создание такой же. Очень хочется, чтобы у вас зачесались ручки и вы побежали в магазин для закупки всего, что нужно для этого мероприятия. Также хочу обратиться к получателю ватной игрушки «Хоккеист». Прошу не судить меня строго. Я делала ее с любовью и надеюсь, что она принесет тебе много-много счастья в этом 2020 году. Также хочу обратиться ко всем моим подписчикам. Спасибо, что провели эти минуты со мной. Спасибо за то, что не переключились на другой канал. А также хочу обратиться к новеньким, людям, которые первый раз попали на мою страничку. Поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Мой канал называется «Иринка как картинка». Ну а на сегодня все, друзья мои. Всем пока-пока. До новых видео.